25 лет назад в стенах второго роддома появился на свет первый ребенок. За четверть века в учреждении было принято более 100 тысяч родов. Сегодня, в юбилейную дату, медики собрались, чтобы не только принять поздравления, но и поделиться опытом своей работы. Ведь профессия акушера – одна из самых сложных и физически, и эмоционально. Бывает кровотечение, когда у женщины начинается в послеродовом периоде, оно сравнимо с тем, что срывается водопроводный кран. Вот когда все это останавливается, женщину спасаем, женщина, когда уходит с ребенком здоровая, на своих ногах, это для нас самое большое счастье. На данный момент в роддоме самое современное оборудование, позволяющее с математической точностью проводить сложные медицинские операции. На сегодня перед учреждением стоит задача – привлечь новые квалифицированные кадры. Однако эта работа не для всех. Это действительно те люди, которые должны любить свою профессию. Ведь сегодня надо сказать, что из всех медицинских работников, акушер-гинекологи, в частности акушеры, это, наверное, самое сложное, то, что есть сегодня в медицинской специальности, потому что они сталкиваются с различными ситуациями. Не все сотрудники роддома смогут отпраздновать юбилей учреждения. Такую работу нельзя прерывать. Кстати, сегодня в юбилей родильного дома на свет уже появилось 10 малышей. Евгения Панарина, Ирина Ревенская, Булат Бадмаев. Новости дня.